Буквально 2 недели назад в районе МКАД горел торговый центр. Огонь бушевал почти сутки и охватил площадь в 55 тысяч квадратных метров. Общий ущерб – около 5 миллиардов рублей. Сегодня пожар в Междуреченске. Дарья Гречанникова побывала на месте происшествия. Мне сообщил с этого магазина грузчик. Я увидел здесь задымление вот с этого угла. Ну, вызвал пожарную и пошел выводить людей. Сегодня в 12.07 поступило сообщение о пожаре в магазине на территории Крытого рынка. На пожар были отправлены подразделения согласно повышенному номеру вызова. По приезду кровля магазина была охвачена огнем. Тушение пожара осложнялось наличием сильного ветра и горючестью материалов кровли. К тушению были привлечены 45 человек личного состава и 6 единиц техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. Пожар удалось ликвидировать за 3 часа. В результате 300 квадратных метров здания пострадало. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возгорания.